Всем привет, с вами Digital, и я продолжаю играть в Zul, платформер на Super Nintendo, 93-го года выпуска. Итак, поехали. Сейчас только надо загрузиться, вспомнить, как тут все делается. Hello, Кейрди. Thank you. Так, я использую сейвы. I'm using saves. I'm using saves, as you know. So, just to remember how to load. Well, game loaded. Итак, загрузились. Это уже третий стрим. It's the third stream about Zul. Гремлин ниндзя. Ниндзя. Вау. I already forgot how to jump. Jump and shoot. And so on. Говорю, уж и забыл, как тут прыгать, бегать и стрелять. Damn. Almost everything here causes damage. Практически все, к чему прикасаешься, урон приносит. Привет, Тор. Ай-яй-яй! В интернете знамо, вестимо. I already have no life. life bars. Уже говорю, жизни нет уже сходу. I got one. One heart. Сердечко одно получил. Пью-пью-пью-пью-пью-пью-пью. Тут как-то можно было... Ау. Вот так вот сказать. Игрушка на Амигу также выходила. По-моему, даже на каких платформах. This game was also released on Amiga. And I already showed gameplay of first two rounds on Amiga. In my first stream. Mm-hmm.
Ну, каждому что-то свое интересное, так? Я еще планирую... Ой-ой-ой. Пила-убийца. Написать статейки, что там... Про эмуляцию Nintendo 64... PSP... Щит. Happens. DOSBox, все это, естественно, я имею в виду сетевые режимы. Мне прежде всего интересно. Привет, Skillos. Игрульно сложная, поэтому ну, для меня сложная. Вот. Поэтому я читерю. Не по-детски. То есть использую сейвы. Блин, сейчас же я опять... Это я останусь. Да что ты будешь делать? Ну да, есть. Определенное количество. На Nintendo 64. Мы играли гоночку там в коопе. Вернее, друг против друга. Ridge Racer 64, например. Fighting Force тот же. I have no idea where to go to. Понятия не имею, куда идти. Да, и здесь какие-то еще очень такие ветвистые уровни, так скажем. Выход можно порой очень долго искать. То, что точно я могу сказать, это то, что на PlayStation Fighting Force сложнее. Нифига себе, я упал. Короче, сейчас я все кредиты потрачу и загружусь. Хотя бы узнать, куда тут бежать. Ну, слева направо вести. Потом она как-то эмулируется на этот на PlayStation. Со звуком там вот бывают такие проблемы. Там на аудио CD. Fighting Force музыка. Ну, формат аудио CD. Кажется, я зря это сделал. Тут еще тебя не выпускают с уровня. С уровня, пока не наберешь определенное количество ништяков. You can't leave the level till you get some enough points also. By getting nuts and bolts, sweeties and so on and so forth. Видали, как шпарил?
Правда, мне это не помогает. Сам ништяк, да. Привет, Антим. А, действительно, можно, в принципе, завязывать-то. Чувак с твича один ушел, так что все окей. Который сказал, nice stream, man, и... Так, ну тем временем... Куда идти, я так и не понял. То есть хотя бы в общих чертах понять... Хотелось бы. О. Здравствуй, Лыч. Ты раз в месяц зул, в принципе, вот и все, третий раз. Как-то так. Ну или там раз в две недели. Какой там мастер ран, я вот до сих пор путаюсь в уровнях. Да, каждый месяц у нас по традиции мы проходим зул, да. Так, тут тупик, да? Да. Или нет? Да, нет, да, да, нет, да. Пью-пью-пью. Сраная дрель. Да, и враги тут респаунятся еще. Короче, все фигня. И сюда я уже падал. Я помню. Такой-то краб, такой-то краб. Можете смело ставить краб. Тора, а ты сейчас... у тебя не лагает сейчас? Стрим. Помнится, говорил, что это... Что у тебя не тянет, все такое. Я, правда, сейчас поставил полторы. А не две. Короче, я не понимаю, откуда тут идти, как говорит Картофан. Я профукаю вот эту жизнь и загружусь. Будет день сурка, короче. Да, он разбирал завалы и вспомнил, спрашивал про ваш покинулки. Так, а он уже лежит на Ютубе, я давным-давно его залил. Короче, я хожу по кругу, я понял. Только краб, я еще и слупок. Тут, видимо, вот как-то вот эту вот фигню надо перепрыгивать как-то вот так вот как-то. Я же ниндзя.
Я же True Ninja, правильно, да? True Ninja етицкая сила. И чего тут делать? И чего? Ваша Лили. Да и падаем, да, и падаем. Ну да, там это когда был-то, когда Twitch глючил, видимо, и одну часть не отдавал ввода. Здравствуйте, я ваша тетя. А мы вот так вот раз. Нет, ничего не было, нет. Не знаю ничего. Вау! Нет. Вау! Нет. Вау! Вау! Кавабан... Нет. Кава... Да нет. Кава... Да что такое? Кавабанга, я хотел сказать. Это надолго, ребят. Готовьтесь, берите там чай. Что там? Печенье. В общем, что вы любите. Этот крабизм надолго. А-а-а! Пока я не пройду зуб, в общем. Да-да-да. Йоу, да что так... Да г... Да что... Спрашивал ли ты у меня, что делать, если ни одна игра не радует? Нет, Тор ничего не спрашивал. Даже не знаю, найти ту, которую обрадует, наверное. Пульсмена играл или нет? Нет, не играл Пульсмена. Да и что это будет? А вот здесь как? Как вот здесь вот можно? Скажите. Башные шипы, идите вы. То есть я сюда приперся лишь за будильником, да, который время просто... А, ты ж хватит мне пинать! Все, короче, Тор удалил. Ну тогда заняться чем-нибудь другим, там, я не знаю, плаванием, велоспортом. Вот. А! Все фигня. Месяцок другой так этим позаниматься, а потом. Видишь, и интерес появится.
что меня задевает? Ну вот что задевает, скажите, пожалуйста. Да тут все задевает вообще. И дрель, и огонь, и пила, и... Вообще фигня какая-то. И вообще я здесь был уже, чё я сюда все время хожу. И эти враги респаунищиеся, это вообще какой-то обдуцанс полный. Ты... Ничего себе. И здесь я тоже был. Где я был? Ну, когда много играешь, наверное, да. Эвэч говорит, игры зло, говорит, расшатывает нервы. Когда по много играешь, и лет 10, наверное, да. На СК2 ТВ зайди, LH, и там есть ссылка. Привет, Магнус. Название одного из видео. Resident Evil... полтора, вот. Больше отдыхаю, хотя в ноги горит. И там и... Ну, я уж не знаю, как там можно больше отдыхать. Это, по-моему, какой-то ад там, больше-то. Адский ад. Все хорошо, конечно, но я так и не нашел выхода с этого замечательного уровня. Уж мне вообще не туда. Да говно. Ну что я все время на эти ш... Так... Вот видите, как, какие платформы? Ну что ты там делал? Хотя это сложная платформа. А этот сложный, сложный платформер. Сюда шли куда-то. Зачем я прыгаю?
И как на эту платформу запрыгнуть? Ты ж... Дып! Сраная гусеница. Да, еще на время к тому же. Так-то. Семь бед один, как говорится. Загруз. Давай еще здесь тупить, значит. Вообще, привет. Там, по-моему, такая же задержка на Ютубе, как и на этом, на Твиче. Пойду-ка я другим путем. Блин, сразу напоролся. А, на Ютубе еще больше даже. Тем более. Сейчас, кстати, по-моему, Good Game может рестримить на Ютуб. Такая опция появилась, что ли. Вот, Тор, сыграй вот в этот зуб. Массу незабываемых впечатлений. И чего я сюда шел? Ради чего? В тупик прийти? Да, там вроде недавно появилась такая опция на Good Game. Понятно.
те же ошибки каждый раз, да что за фигня? Никуда не скрыться просто от этой фигни, вот, которой... от огоньков этих. Короче, получается, я правильно шел, что ли? Может, под ней стоять, под этой... лампы или как-то. Конечно, прям. Да ладно, они еще и выстреливают рандомно, что каждый раз. Сюда. Все казалось проще. Изи-пизи. Ну, конечно, да, дупы... Тихо. А, на Сеге она еще выходила. Да хватит. Да... Короче... Вон он, выход. Походу, единственная игра, в которой я вообще не понимаю, что происходит. Я тоже. Только... Не, ничему не учусь вообще. Да.
Все, просто ходим, собираем болтики, шайбочки, гаечки. Цвет мет, короче. В этом мире. А в других мирах собирали конфетки. Мармеладки, шоколадки. Чупа-чупсины. Пытаемся выбраться, понимаешь, найти выход с каждого мира, и все. Изиж, жеж. Вот такой вот изиж. Жеж. Я вообще в Skyrim не играл, так что... Без комментариев, Тор, как говорится. Что я лезу прям на этот шип-то? Мне так прям он нравится, этот шип. На эти... горелки, чтоб они сгорели. И на эти... сверла. Еще не выпускает с уровня порой, если не собрал достаточное количество очков, что ли, я не знаю, где это смотрится. Гейм, есть кто из зрителей-то? Напишите в чате. Вот для чего вот эта стрелочка вверх тоже сделана, непонятно. Типа, иди вверх, или что? Для особо одаренных, что ли? Сколько я тут? Полчаса убил, да, наверное? Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Так, что там у нас? Следующий зубодробительный подуровень этого уровня. Конечно. Пойду почитаю, что стрим... Какие-то у вас там обсуждения пошли. Кто-то обсуждает YouTube и 60 FPS, который он замечательно поддерживает.
кто собирается читать рекомендации. Стрима, или типа того, или Стима. В общем, жизнь идет полным ходом. А я тут уклоняюсь от дрели. Ну вы поняли. На самом деле это очень динамичная игра, когда играет про. Но в моем исполнении она затягивается просто надолго. Очень надолго. И тут, конечно, говорим дрель, да? Ты хватит мне стрелять этим огнем. Говноогнем. А, тут же можно как-то... Как-то вот так вот. Нет. Вот так вот. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. И вот так вот. Надо просто божественно микрить. Чего я не умею. Шариком прям. И чего мне сделать, если я сейчас встану, я попаду на эти шипы? Вот как вот? Что это за фигня? Что это за... За нафиг такой вообще? Да... Как эти шипы-то, они же внизу, как? Ах, тут еще и шарик респаунится. То есть я, получается, на шарик, что ли, падаю? Да не может быть. Сердечко, вот тут, вот для кого? Для кого она улетает прям в шипы? Куда? Куда там за текстура она улетает? Его вообще не взять, что за фигня вообще? Разработчики и... Изверги вообще. Ну ладно. Я тогда буду читерить. Не впервые, как говорится. Пила убийца. Что там? Пила 10. Пила не пила. Пила возвращается. Опять я на эту фигню попадаюсь. Физика, да. Давай, шмапчик есть очень динамичный. Так была же уже это, как Икаруга. Спасаем самого себя, он типа
либо потерпел крушение его корабль, и он теперь на какой-то неизвестной планете вынужден пройти все эти 6 миров. Вот. Либо наоборот, он какую-то проходит аттестацию на вот эту вот ниндзю. Короче, я так и не понял. А Зул сам этот гремлин, походу, делал. Ниндзя-гремлин. Diablo 2 побегать? Ну, можно попробовать, но я... Все-таки как там... Ближе всякие платформеры, в гоночки. Diablo 2 это же RPG-шка, там надо долго прокачиваться, с умом все это делать. Кстати, он там за гаечным ключом жизнь. Такое взять непонятно. Вот такая ниндзюца пошла. Вау! И прям одним местом на сверу. Вот так вот, в принципе, как-то быстро все пробегается. Ну, вы поняли, как быстро. Чем быстрее пробегается, тем... Тем быстрее получается. Во, вот так вот. Ничего себе, я уже какой-то класс показываю. Сраный шарик. Что? А! Не попался я на твою удочку, да? Вот болтики, молоточки. Очки, видимо, дают. Да почему ты респаунишься все время, шарик? Что с тобой не так? То есть он еще и как Марио может напрыгивать на врагов и убивать их. Ничего себе. Вот так вот нормально напрыгнул, все. Окей. Ладная капля. К
Чё, жизни-то мы будем давать, нет? Я 4 гусеницы подряд-то. Конечно, конечно-то. Убил шарик, да? Получил сердечко, нафиг не нужно. Тогда... Три ячейки жизни. Привет, достижение. Так я ее все раз в две недели стримлю, да. Ты пила убийца. Просто. Ты... Еще и два подряд. Еще взялись-то, а вот конец уровня. Твич упал. Ну и хрен с ним. Да что это за фигня-то? Так, что там у нас? Вот сюда вот, да? Что-то твич какой-то вообще не очень. Ой, прям не очень твич. И битрейт постоянный, чё ему уже надо, я не знаю, и кеймфреймов 2. Такой твич вообще не очень. И битрейт 1500, а не 1000. Чё он падает? Да, надо много. Иначе будет падать. Зато Тор меня смог посмотреть. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу. И наверняка здесь где-нибудь дрель, вот прям она ждет меня прям где-нибудь вот внизу. Вангую. Нет, нет, да, нет. Судя по звукам, да. Чё, нет, что ли? Нет? Где же она тогда жужжит-то? У кибера не стояк на твиче. У наших вроде норм все. У наших это у кого это? У Кракена, что ли? Так вот постоянно битрейт я ставил, чтобы твич не падал. А он все равно собака падает. Потому что Сайбергейм не очень, потому что... У него на твич не стоят, да-да. Что если попробовать стримить на Good Game и рестримить? Не знаю, ну YouTube. Сходу. Надо будет попробовать потом. Ты стерлядь, а не гусеница. Но я-то стримлю СОБ... Сраный болт. С ОБС сейчас я стримлю.
Почему у тех, кто стримит с эксплита, записи нет? Если он и есть, то... Да... Не дадут прям вообще поговорить, прям эти... Гусеницы всякие. Болты. Прочее свёрт. Где тут конец уровня? 5 пила убийц. Ты че писал, там вроде как мультистрим есть на Woodgame. Можно сразу на 3 вывести. То есть на Woodgame, на Cybergame и на YouTube, что ли? Например, вот на Cybergame там можно только обычному пользователю только вписывать одну строфу на рестрим. Ну, то есть, на один канал. У меня это Twitch, получается. Как там на Goodgame, надо посмотреть будет. Да говно. Жеш. Как, я бы сказал. Это не количество плюшек, которые надо собрать. И стрелочка не показывает путь, куда идти. Стрелочка, да, стрелочка показывает. А счет 35 очень может быть. Еще себе я то разгадал тайну этой игры, которую я в течение 3 стримов не мог разгадать. И ну со стрелочкой-то... Понятно. Правда, порой она совершенно какие-то бешеные фокусы показывает. Это я все время иду в другую, в другую сторону, А как же я тогда нахожу выход? То есть чисто случайно, да? Ты сраная пила убийца. Вот смотрите, вот стрелочка сейчас направо, да, показывает. Вот идем направо, вот все время направо идем. Теперь что она там вниз, да? Нет, теперь опять направо. Сверло. Че фигня. Не хочу я континью тратить. Рандомишь. Так,
Время-то идет. А я так хочу, да, чтобы игра не кончалась. Чтобы по ней было много стримов. Да, музыку тут один трек, то есть на все... На весь уровень. То есть вот четвертый уровень, и будет весь четвертый уровень вот этот трек. И все его подуровни, которых 4, кажется. Куда ни упади, везде натыкаешься на этих врагов вообще. Куда ни упади, в кого ни стрельни, вообще везде капли, везде... Чё ты вообще... загружайся, короче. Включайся ты. Так, здесь, кажется, где-то пила. Вот она, не пила. Собака страшная. С двух сторон еще эти капли мать их. Так, стрелка куда-то по диагонали вправо вниз. Пила. Закончитесь-то, что ж такое-то? Стреляешь в одного врага, и вместо одного два. Что это такое вообще? Да блин.
Я даже прыгать перестал. Такой наглость. Я включись ты. Давайте уже, где конец уровня-то. Сколько можно-то уже? Я порой на эту стрелочку-то и не смотрю. Так-то. О. Да. Туда-дум-тум-тум, туда-дум-тум. 4-4, сейчас будет босс, по-моему. Если я до него дотяну. С одной жизнью-то. Так, что там у нас? 1-2-0. 3-2-0-1. Пуск. И лечилку не дают никто. Вообще. Вот куда стрелка сейчас показывает? Справа, да? Ты ходишь вправо, она показывает вверх. Вот что это такое вообще? Теперь она показывает вниз, вот, да? Доверяй после этого стрелочке. Этим стрелочкам нельзя доверять. Жизнь была. Е-ху! Ага, то есть еще 6 нужно этих болтиков набрать, да, чтобы выйти с уровня. Чего я без подсказок Тора-то делал бы? Да, действительно. Читерская сила.
где ты? Что вообще произошло? Все? Или что? Или игра сломалась? Стало скучно уже. Прям вот так вот, да, сходу? Я же был не готов. Так. Какой-то бешеный медведь. Отбойный молоток — это еще все фигня. На прошлом уровне, на каком там, на третьем, 3-4, там был банан. Садомаза банан, плюющийся бананами. Короче, как-то вот так вот это все пробегается. Вот так вот. Сейчас будет проран просто. Ничего себе, я мишку поднял. Какого-то. Во. Во. 10 тысяч, которые дают. Ничего себе. Вот это ж нифига себе. Хватит. Начал хорошо, как говорится, за здравие. Тихо, медведь, тихо! Вы же знаете, реквест это не ко мне. Ух ты, здесь танчики! В кепке причем. Иначе на пару пусть.
фуражки, да? Ладно, загружусь. Сейчас затащим. Да сраный бомбардировщик. Бомбардировщик. Фирмы Cyberdyne Microsystems. Lockheed Martin. По-моему, я этот уровень уже проходил. У меня легкое дежавю. Ты даже если просто стоишь рядом, тебя задевает. Что? А нет, фигня, так другая фигня. Да, по-моему, я проходил этот уровень. Прыгал таким макаром. На следующем, видимо, не сохранится просто. О, как все запущено. Читает чат есть категория? Ничего себе. Thank you.
Да, сидит какой-нибудь один тролль, которого стример игнорирует. Бац, пожалуйста. Тебе выносит предупреждение. Эй! Такой вот, типа Кейт. Так, стрелку куда-то вообще направо показывает. Да-да-да. Займись этим, Кейт. Очисти авгивы конюшни от скверны, как говорится. Привет, брат Тёртл. Алло, хеллоу. Old school. Так. Yep. Way out. From this level. Сейчас время закончится. Просто гигантские уровни. О, выход, выход! Черт! Наконец-то! Сам не понял, как я его нашел. Обалдеть. Thank you.
А или я на этом уровне застрял? Да, я на этом уровне застрял. Лол, то есть я... Уже их проходил, что ли? И 5-1, и 5-2. И застрял на 5-3. Чего я радуюсь-то тогда? То есть я забылся со старого сейва, прошел заново опять эти те же самые уровни, которые уже давным-давно проходил, и радуюсь! Просто... Неимоверно. А я его ссаные советы. Same shit all over again. Каждый раз одно и то же. Да-да-да-да-да-да. Сраный танк. Ну добежал я отсюда, и чё дальше? Да-да, прыгаю специально на пульте. Аккуратно.
всякую такую фигню тоже. Еще уровень нифига не запоминаю. В общем, я каждый раз как это, как вновь, как заново. Мозг где-то далеко отдыхает. Когда астрал надумаю стримить. Хорошо, когда надумаю, предупрежу. Да все фигня! Так, ладно, сейчас надо. И быстренько слиться. Например, вот на этом замечательном танке. Фуражки. Видите, что я забаговал игру, видите? Наконец-то я ее забаговал. Свершилось. Ай, правда, выпрыгнуть можно. Бесконечные, просто бесконечные лабиринты. Чего, Кейт, когда ты там будешь квартиру-то принимать-то? Это я что-то пропустил ваше обсуждение квартирного вопроса. Что, в декабре?
А или 6 ноября. Да сраный ж танк, ну что такое же ж? Ну конечно, да. Кто понял суть, давайте подсказывайте. Блин, у меня опять по нулям все. Блин, а? Сердечко, мать его! Это что это за... Обдуцанство полный вообще! Мы еще в чате определились. Ты сказал, что ты хотел? Я говорю, как обычно. Это все. У меня даже черным по белому написано. Ищу, мол, тестера-сокастера. Кейт, ты не очень? Свою квартиру получит, может быть, будет очень. Посмотрим. Хотя я что-то сомневаюсь. А-а-а. Да, я таки уволил Кейда. У нас это называется исключение из числа пайщиков-концессионеров. Ой.
Эй! Верный театр. Сраные тапки. Каждый раз такая фигня, я сюда дохожу с одним тычком или вообще с нулем. Бред вообще. Ты не стреляешь-то, обалдуй. Наконец-то! Пипец какой-то. Все профукал. Куда иду опять? Да блин! Там, кстати, были две жизни подряд. Так, кто? Так, надо слиться быстренько. Ну привет вообще! Что ты будешь делать? Какой-нибудь там Яндекс.Диск, зазипуй. Чем-нибудь там Mail. В общем, куда-нибудь.
Такс. Просто стерлить. Рыба такая. Как я раньше-то до этих жизней добирался. Вот, как же, добирался же как-то. И прям на танк, да, прям аккурат, прям. Подумать, что здесь надо стоять. Ну и забей тогда, Лыч. Пока что. Чего я тупил? А, 10 штук еще надо собрать. О май гэ. Главное не получать дамага, как говорится.
Под ним можно скользить, даже когда он не подпрыгивает, что ли, тогда вообще легко. Давай, открывайся, железная картофель. Не железная. Баланка. Вообще как-то взял, пробежал. Что вообще происходит? За дело-то, ёп... Сильмокси. Какой нудный босс, да? Наконец-то! Не можешь быть же. Жесть, последний уровень. Последние несколько уровней. Так, что там? Я же не знаю, куда сохраниться-то. Кактус прикольный. А в мануале Камиги было написано, что 6 миров. Не знаю, может быть, в Снессе больше. Кто-то чего-то пишет на Good Game.
серчайте, переходите на СК2 ТВ. Что потому что... Что-то с чатиками у меня... Со всеми и вообще... Так, ладно. Да-да-да-да-да, хорошо. В принципе, ничего не убивается, да? Кроме всякой мелочи. Чай. Прыгаешь или нет? Прикольный музон. Тем временем 23:00 по московскому времени. Это так. Для справки, для тех, кто не в курсе. Для кто потерялся во времени. А, вот выход. Совсем прям прямолинейные стали.
Царство буршрута какого-то. Еще вечно путаю. Так, казалось бы. Че там путает две кнопки? Прыжок да выстрел. Шикарно, конечно. Аккуратно, колючки. Музон прикольный. Ну вот этот последний должен быть, 6-4. Thank you.
Так. Господи. Короче, это карта, да? Кактусы с помидором. Пофиг тоже не взять. Это был последний босс. Нет, не последний. 7-1, оказывается. Лол. 6 миров, 6 миров. Тут, оказывается, 7-1 еще. Я-то расслабился. А потом будет 8-1, да. Хм.
Лэйч с Твича сейчас. Ну или откуда он так пишет, я не знаю. В всяком случае, мне показывается, как с Твича. Окей, ты пошел. Пошел, пришел, дошел, ушел. Это еще что такое? Гранат, что ли? Какое выражение лица, гранат. Вы дошли до мира 8-1. Не может сначала что ли пришел? Ну это лоу. Кто там орет? Что здесь делать? Гремлин, ты зул этот. Ай, лол. Такс. Пу-п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 у. Минутку, ребят. Так, что там у нас-то? Об чем речь? Отвлекаюсь тут слегка. Речь все об том же, да? Ну и как туда попасть-то?
это точно должно быть последним. Что с ним не так-то с этим? Кибергеймом-то. Да, я нажал это остановить, потом запустить. Ну, сейчас опять потери пошли. Долбанный кибергейм. Чего его плющит? Потери кадров 786, 35%. Так, ладненько. Че, вы меня слышите, нет? Интересно мне знать. Должны слышать. Такс. Да-да, работает, я просто...
в легком смятении, так скажем. Бомбита. Мороженка. Ой, сахарная вата. Ну понятно. Кибергейм сегодня. Выписывает. Так, 9 штук еще насобрал. Наверное, это те самые дни. Так, хорошо. Ау. Хватит орать-то. Что вот это за Z, я так до сих пор и не знаю. Дают эти стрелы тоже. Клоуны, наверное, эти, которые вылезают из-под земли. Я так и не понял это. Третье и четвертое это число выходные, что ли, или как? Как бы. Смотря у кого, конечно. Да, тут кит. Стрелочка сломалась, пишет вниз куда-то. Куда-то вниз. Thank you.
там вообще слышно, нет? Слышно, это вы молчите просто. Опять стрелка сломалась. Долбал попкорн. Так, короче, топырится. Thank you.
больше 4,5 часов прохожу. Последние уровни. Они все последние и последние. Как-то он меня подбрасывал уже. Молоточек, что ли, наступит? Армагеддец какой-то, короче. Кибер накрыло, на Твиче чат упал. Ахламоновские чаты падают, всякие. Вернее, это... У меня. При добавлении Good Game. А Блиц-чат виснет вообще. Чё там ещё-то по списку? Чур меня, чур. Еще 20 минут, как будет воскресенье. Короче, надо убиться и... В игре, конечно же. Ну давай, вата. Не будь ватой вообще.
ебаный. Не понял. Вообще ничего не понял. Я оттуда пришел, что ли? Шесть из семи чат-серверов у Твича офлайн. Полный обдутс. Так, куда тут сохраняется, я ж не знаю. Как можно стрелять и не попадать? Проверка, да, я вижу. Твиче Магнус пишет. Ну, разрешение оставлю полноэкранного 1024 на 768, поэтому. Полный экран играю. Thank you.
Карамельная страна-то закончится. Это ж ужас какой-то. Ну, какое я полноэкранное ставлю, с таким он и пишет. Да-да-да, я вижу. Вы уже определились, что Twitch работает. Чат. Так, куда тут вообще? Я кругами хожу. Yeah.
бонус стейдж. Поздравляем, вы завершили эту игру. Все? Что за нафиг? Да, наркобосс. То есть вот так вот, да? Все. И все, да? Что там за тени толкай на заднем плане? Интересно, а что будет, если пройдешь бонус? Ничего. Ох, да. 4 часа 54 минуты. Жесть. Когда она просто за 54 минуты проходится вся. Ладненько, ребят. Сейчас, может, разберусь со всякими там чатами. Гудгеймами, Сибиргеймами. Вот. Посмотрим, не знаю, Лэч. В общем, если в течение получаса ничего не будет, тогда не будет. Все, ребят, всем спасибо за внимание. Как обычно, все, кому понравилось, плюсуйте. Ходите еще. Да, Лэзи Буллет добил. Вот. Пока-пока.